Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке и на моем канале сегодня подсмотрелки ваших заказов. Сейчас я вам что-то покажу. Я извиняюсь, соседи когда-нибудь достроятся и этот звук прекратится. Не могу остановиться, потому что ждать бесполезно. Они работают. Рабочий день у них не закончился, а я уже ни петь, ни танцевать с 6 утра занятая. Это я к тому, что не забывайте подписываться на канал, потому что у нас пришел заказ от Армани, там костюмчик, девочка разрешила мне его примерить, он размер L, и я в следующем ролике его вам обязательно покажу, потому что сегодня уже вечер, уже не могу, у меня уже вечер, я уже не могу больше ничего не примерять, но такой ленивый эфирчик, сидя прямо на рабочем месте, покажу вам красоту, смотрите, какая сказка. Девочка, которая заказала вот эту сумочку. Ну, я видела, что она там мини была. Но вы знаете, когда я проснулась утром, у меня от вас сообщений много. Кстати, очень удобно, когда вы мне пишете вечером, то, вернее, вечером, когда у меня ночь, вы мне пишете весь ваш день, я просыпаюсь утром, и я вам сразу ответила. Потому что, ну, понимаете, когда ты уже встал, пошел там своими делами заниматься, не всегда быстро получается отвечать. А вот на все сообщения, которые за ночь собрались, я утром первым делом всем вам ответила, поэтому пишите, не стесняйтесь, звук всегда выключен. Видимо, вот из этого сообщения было такое, но, соответственно, если там есть парочку-троечку заказов, когда ваше сообщение, то я уже, ну, не вникаю в ваши заказы. То есть вы посмотрели, вы себе выбрали, прислали мне ссылку или артикул, и вы знаете, что вы заказали. Я просто захожу, рассчитываю вам цену и заказываю. Значит, девочка вот про эту сумочку знала, потому что я видела, что там написано мини, но я не читала описание, не читала ее размеры. Такая красоточка, малышечка. Она 16 сантиметров шириной получилась, я ее только что замерила, 15 сантиметров высотой. Такие малюсенькие ручечки у нее, есть брелочек и есть длинный ремень, как кроссбоди. Он крепится вот здесь вот, вот сюда. Вот, единственное, что я, честно говоря, поскольку я не вникала, я подумала, что она побольше по размерам. И девочка, которая сейчас свой заказ узнает, если этот ролик выйдет раньше, я его вечером отправлю, а я вам еще не отписалась, значит, я вам отпишусь утречком. Это будет к вашему вечеру. Да, ролик я сейчас выложу, когда у вас будет утро. То я вам отпишусь, что этот заказ пришел, или вы мне сами напишите, Ирин, я его увидела. Единственное, что хочу сориентировать, что доставка будет чуть подешевле, потому что я думала, что сумочка чуть побольше. И, ребятки, когда я там вам пишу, что доставка от 80 долларов, кто-то пишет. А если я 3 сумки закажу, тоже 80 долларов? Ну, было бы прекрасно. Ну, я так думаю, что вы все люди разумные. Когда вы пишете этот вопрос, вы однозначно понимаете, что на него, ну, не может быть такого ответа. Мы будем отправлять 7 чемоданчиков или одну сумочку по одной цене. Так не бывает. Все когда-нибудь были на почте и отправляли чего-нибудь. Чуть у меня настроение такое хорошее. День влюбленных у нас. Сейчас муж придет с подарком. Поэтому я в предвкушении радости. Так, а я вам показываю дальше. Часики. Какая прелесть. Посмотрите, какая прелесть. Заказывали на сайте Ashford. Не буду здесь ни за чего дергать. Вот такой у них там механизм. Смотрите, вот он ходит там. Его видно. Видите, видите? Вообще прелесть. И с этой стороны они вот такие вот. На сайте Ashford это Invicta. Не буду вам ссылки делать сегодня. Вот такая я ленивая. У меня ленивый просмотр, не отходя от места, не хочется никуда нести ничего. Вот, Invicta набираете и можете поставить параметр по ценам. Вот эти стоили 49, и у них, по-моему, там купончик на День Святого Валентина еще действует. Наверняка еще пару дней до конца выходных будет действовать. Поэтому силиконовый ремень. Какие они красивые и невероятные, да? Вот такие вот часики. Вау. Просто какие-то классные, да? Такой аксессуарчик такой очень необычный. И на том же сайте мы заказали, я вперемешку все. Вот был один заказ, к этому заказу еще. Ну, такой у меня. Ленивый веселый вечер начинается. Ленивый веселый вечер начинается. Поэтому начнем с хорошего настроения и будем показывать все, как душа легла. Часики Jewel с бриллиантиками. Мы их заказываем на сайте Nordstrom Rack, на сайте Gemashop. И вот эти были заказаны нами на сайте Ashford. Надежда, Ставрополь. Вы такие часики заказывали, я их показала в ролике. И девочка
тоже на них запала. Для чего нам нужны подсмотрелки? Что мы посмотрели у кого-то и говорим, точно, мне тоже такое нужно, потому что здесь можно рассмотреть. Пришли ваши часики, и вот инвикты, это тоже девочки. Не буду сегодня отписываться, все, пойду чем-то заниматься другими приятными вещами вечером, в день влюбленных. А вам отпишусь всем завтра утром. Но еще хочу показать, что к этой сумочке еще заказик. И у меня здесь еще приготовлено, так головой кручу, у меня здесь такой бардак, я так все разложила, сейчас все так и оставлю. Завтра будем отчитываться, всем отписываться. И примерять Армани будем завтра. Сальваторе Феррагамо. Девочка ждала их. Замеряла ей вот здесь расстояние, что вот они чуть-чуть такие, вот такие, и мы их заказали снова. Они у нас были черные с градиентом, уехали в Москву. Второй девочки не было черных, были с леопардовой оправой. И вот это уже, получается, третья девочка. Спасибо подсмотрелкам, мы все можем заказать себе то, что нам понравится. $79 вот эти стоили, да, я вам на все же цены называю. Так, сейчас у меня подсмотрелочка записана. На сумочку я вам не назвала, да? $149 сумочка стоила вот эта вот красоточка, малышка. А у нас осталось три маленьких вещички. Вот здесь вот две беленьких. И вот этот вот, вот эта косметичка, вот этот вот зип, он называется Zip Corner. Поэтому я его как бы там в мужском варианте называю. Вообще это такая вот маленькая косметичка, кошелечек. Она же рислет. Можно на ручку одеть, что-то туда положить. Для карточек есть. Вот такой красивый, как раз в тему Дня влюбленных. Наверное, тоже ей подарок прилетел. И, ребята, я этого еще не видела. Я их открыла. Девочка вот с этой сумочкой и с этим заказала вот такие зеркальца. А я как раз вот ехать в Японию, думаю, у меня нет зеркальца с собой. Я ничего с собой такого не беру. Где у меня есть зеркальце, то есть из косметики у меня все такое, как-то вот такое у меня было решение, что все без зеркальца я принимаю. Вот такая вот прелесть. Они, с одной стороны, увеличительное зеркало, с другой стороны, обычное. Такое приятненькое. На сайте Coach Outlet, и там есть вот такое вот беленькое. Там нельзя его полистать. И когда она его заказывала, мне тоже хотелось его рассмотреть, но я тоже его не полистала. Вот, вот такое вот оно, это зеркальце. И, ребятки, очень приятный, как будто тут сверху такой силикончик, что ли. Но это не силикон, понятно, ну, наверное, пластик, но на ощупь приятное. Я поняла, что мне такое зеркальце тоже нужно. Но я уже заказать себе не успела. Но мы можем заказать, успеть себе их на будущее, потому что, ну, такая мелочь, если у вас там, я не знаю, ни пудреницу, ни тени, ничего такое не берете с собой в поездку, то зеркальце в сумочке вообще мало места занимает, да? Можно заказать такое. И там еще есть цена, во-первых, $20 у них цена на сайте, и со скидкой они $16. Вот мы их по $16 заказали. Вот это вот прелесть. И там еще есть бабочки. Бабочка в розовом цвете. И в... Я не буду сейчас... А, ну сейчас сюда вставлю, заодно там артикул посмотрим. Вот, а так просто набираете зеркальце, и вы увидите. Давайте бабочку-то рассмотрим все-таки. Ну вот, и если на английском набирать, то нужно набирать глиттер. У вас выскочатся вот эти вот зеркальца, бабочка в розовом черном цвете. И беленькая, красненькая, которую я вам показала. Заходим мы, попыталась я полистать, но вот здесь только беленькое зеркальце листается, а никакие другие не листаются. Но мы теперь уже видим, как оно открывается, я вам показала. Заходим в описание продуктов, вот видно здесь его артикул. SF153, что ли, было, проскочило. Ну, вы посмотрите. И точно так же заходите на другую бабочку, и тоже есть артикул. Это вам для того, чтобы по артикулу всегда проще искать. И если вы заказываете что-то мне, тоже присылайте артикул. Так, там дальше с правой стороны это был брелок. Ну вот, это вся информация. Ну, а я все, пошла отмечать вечер замечательный. Всем всего доброго. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких. Любви всем, здоровья и тепла семейного. Всем всего доброго. Пока-пока.